Донецкий национальный университет экономики и торговли имени Михаила Туган-Барановского совместно с Министерством доходов и сборов ДНР 24 ноября провели 17-ю ежегодную международную научно-практическую конференцию под названием «Налоговая система в условиях современных трансформаций». Целью мероприятия было обеспечение конструктивного диалога между представителями органов государственного управления и учеными, аспирантами, практиками по проблемам усовершенствования налогового законодательства, а также построение стабильной и эффективной системы налогообложения. Конференция, посвященная проблемам налогообложения, проводится в нашем университете совместно с налоговиками-практиками уже в 17-й раз. И это традиционная научно-практическая конференция, которая очень полезно является как для теоретиков, для ученых, так и для практиков. Еще немаловажным таким вот пунктом нашего сотрудничества является практика студентов и трудоустройство выпускников Министерством доходов и сборов. Вот, например, в этом году успешно прошли тестирование 16 наших выпускников, которые надеются, что по окончании в этом году университета и получив диплом магистра, они смогут работать в этой системе. Министерство доходов и сборов очень внимательно относится к данной конференции. Работы, лучшие работы студентов и деятелей науки берутся на изучение, изучаются. И потом эти аспекты основные, которые указаны в их работах, внедряются в работу министерства и находят свое отражение в законе о налоговой системе. Надеемся, что по итогам этой конференции очень большое количество аспектов будет принято на вооружение, рассмотрено и, возможно, внедрено в закон о налоговой системе. В конференции приняли участие 15 научных и образовательных организаций высшего и среднего профессионального образования. Министерство образования и науки ДНР, Министерство доходов и сборов, Министерство финансов, Центральный республиканский банк, а также Торгово-промышленная палата ДНР и две аудиторские компании. Бизнес и власть, они должны взаимодействовать, они должны развиваться в связке не только между собой, но и с привлечением научных деятелей, каких-то научных разработок, инноваций, что в свою очередь должны обеспечивать представители сферы образования. Со всеми материалами по проблемам налогообложения и налоговой политики, представленными на конференции, заинтересованные лица смогут ознакомиться в тематическом сборнике. Алина Черняева, Владислав Лем, Новороссия ТВ.